Всем привет, с вами Ваня, это 21-я серия похождения на ядерном сервере. Я не хотел начинать сегодняшнюю серию с показа моей фермочки, но вот я залогинился и привел ее в порядок. Фермочка клевейшая. У меня огроменный прогресс. Гейн 27 у стикерица. Где-то тут даже 28 был. Вот он, 28. С пшеницей 24, тоже очень клево. Феру повезло, потому что я не помню, по-моему, стикериц мутировал в какую-то феру. И феру из 10 сразу стал 20 у меня почти везде. То есть я сразу же собрал ее отсюда и посадил сюда. А еще я заменил глоустончик попсовый. Ну да, глоустон — это попса. Теперь в моде у нас редпауэрские лампы, потому что мне пришлось построить вот такой вот домик. У меня тут растет какая-то непонятная пшеница, мы не знаем, что это, но у меня есть подозрение, что это как раз и есть тот самый редвид, который, во-первых, хочет расти в темноте, а во-вторых, дает редстон. Да, с него можно собирать редстоновую пыль, это клево. Поэтому я вот хочу посмотреть, что же из него вырастет в темноте. Ну, если вырастет, конечно. Ладно, фиг с ним. Вернемся к нашему пиву. Пиво оказалось вовсе не слабое. Пиво у меня... Наверное, я его просто передержал. В общем, посмотрите на этот ужас. У меня просто нету слов описать, что это такое. Вот этот точно такой же, я его держал даже дольше, но... Ой, а где бафы? Мне обещаны бафы. О, blindness. В общем, пиво обладает очень странными эффектами, но, как пишут на Industrial Craft'овском форуме, если пиво заедать сероваром, то счет как-то ничего не происходит. Ладно. До этого оно меня просто отравляло, и тероварт защищал меня от этого отравления. Может быть, тероварт — это как раз та самая еда, которая спасает от пищевых и прочих отравлений. Ну, от пищевых точно спасает. И я не знаю, что делать теперь. Теперь придется... А если одеть шлемик? В шлемике у меня будет та же самая фигня. А я боюсь, будет та же самая фигня. Так что пока вам придется смотреть на полтора метра вперед. Это урожай за сегодня. Это именно за сегодня урожай. То есть можете увидеть, что я сажал пшеницу, резину и хопсы. И немножко пыли. Ну, собственно, я решил селекционировать только 4 этих культуры. Но иногда вырастали всякие мутанты. И эти мутанты... Им тоже повезло. Очень сильно повезло Blackhorn'у. У меня сейчас, если я его увижу, у меня какие-то 23-е, вот такие вот Blackhorn'ы. Хотя основные... Те, которые я селекционировал, у меня были какие-то 5-е, 6-е, ну и так далее. Ладно, о наших сегодняшних делах. Приходил Халки. Где я, черт возьми, что здесь происходит? Приходил Халки и говорит, что это абсолютно не клево, когда приходится включать админский режим в твоем домике. Почему у меня не бегается? У меня есть подозрение, что у меня не бегается, потому что в Industrial Craft с бафами бегается. И дебафами все плохо. Ну и, конечно же, у меня этот blindness с нулем пропал. Но да, некоторые люди пишут программы не тем местом, которым программы писать стоит. Да, бывает. Так вот, Халки не хочет включать админский режим, когда он у меня дома. Требует лестницы. Несколько дней назад, на распродаже, конечно же, на распродаже, я купил себе Iron Fence'ов.
И я думаю, что это самый лучший способ сделать у меня тут лестницу. Давайте мы ее по-быстрому сделаем и скажем, что этот микропроект закончен. Мне лестница, как вы сами понимаете, не нужна. А вот Халки, он, конечно, ходит в квантовой броне тоже, но... Так, и самое главное, я знаю, что магнетайзер магнетайзит только 20 кусков этого ограждения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ненавижу. Вот, в общем, я не помню, о чем я уже... Я как-то расстроен. Ах, да, о распродаже. В общем, купил по дешевке. Так, магнетайзер магнетайзит 20. Значит, у меня должно быть 20 вверх, 20 вниз. И посередине магнетайзер. Так, вот это вот шестая должна быть, правда? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Смотрим дальше. Тут высота 9, кстати. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Как? У меня же... А, высота 7. Да, у меня высота этой комнаты 7, потому что реактор высотой 3 сам по себе. Два слоя нижняя подложка, два слоя верхняя. Да, я не хочу взрываться. Так, я опять все. Это 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть нас обманывают с хитбоксом этой штуки. Может ему оставить клевое напоминание о том, что в мой домик ходить не надо. В виде вон той вот лавы внизу. По-моему, это хорошая идея. Я думаю, он расстроится. Так, и еще раз. Пока я говорю всякую фигню. 5, 6 на этаже. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Мне бы самому в лаву не упасть. Чудеса летания на джипаке. 18, 19, ну, кисонька, еще капельку, 20. Круто, я пошел за магнетайзером. Для тех, кто не знает, что такое магнетайзер, я очень рекомендую посетить IndustrialCraft-овский форум. Он находится по адресу... Конечно же, industrialcraft.net, через минус. Так что сходите и посмотрите, как эта штука работает. А я даже, наверное... Вы, конечно, будете смеяться и издеваться, говорить, что я задрот. Я помню, как он делается, потому что я сегодня специально ради этого посмотрел. Вот так вот он делается. Без каких-либо серкетов и прочей фигни. Вот этот магнетайзер потребляет он low voltage. Совсем чуть-чуть, по-моему. И, кстати, я посмотрел видюшку, в которой я потерял свой вольтметр еще один раз. Внимательно посмотрел и нашел тот момент, где я его теряю. Так что я его потерял в... Где-то вот здесь вот опять нажал кнопку сортировки, его опять меня выкинуло из кармана. И он где-то здесь вот упал и потом задиспаунился. Так что второй вольтметр, потерянный мною при нажатии средней кнопки мыши. Ладно, ведем дальше магнетайзер и смотрим, куда он нас приведет. Раз, два, три, четыре, пять. Фиговая пять. Ладно, это страшное место, это 5. Наверное, можно вот так сделать. С устным счетом у меня все плохо. Это доказанный медицинский факт. Сколько тут
тут раз, два, три, четыре, пять. А может быть, у меня все плохо, потому что я пытаюсь одновременно говорить. 5, 6, 7, 8, 9. Десять, одиннадцать, двенадцать, кажись, дотяну. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Все, и тут он должен сдохнуть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он, правда, упадет не туда, куда надо, но лава тут рядом. И любое неловкое движение, и вы отец. Что-то у меня какое-то очень странное настроение сегодня. Так. Дай-ка я это настроение разбавлю ежедневными заходами сюда. А я сюда много раз заходил. Боже, как будто опять пиво выпил. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 60 сундуков. Почти полных ее материй. Я с себя офигею, господа. Здесь все хорошо. Здесь все хорошо. О, вот что вам нужно было показать, что у меня произошло. А у меня раньше... был специальный проход в стене, вон там вот, там, где сейчас факел на стене. Для того, чтобы ходить в мою секретную мои секретные застенки. Дело в том, что я наученный горьким опытом боюсь ядерных бомб. Кстати, на самом деле, от сотни ядерных бомб это, конечно, все не спасет, но вот так вот. Поэтому я использую два ряда Reinforced Stone. Но так как пока я ядерных бомб не боюсь, войну я еще ни с кем не начал, я их использую, ага, для хранения бензина. Так вот, бензин у меня здесь есть еще куда девать. Так вот, вот эта вот колонна загородила вот ту самую дырку. Вот там эта дырка была вот на стороне этой колонны. И вот вы видите, сколько их у меня на самом деле. И в окошечко специальное на моем рабочем этаже я показываю только три, чтобы никто не приходил и не говорил, что я нефтяной магнат. Death Mortals. Как Death of Mortals? Я не знаю, что такое... А, Death of Mortals, смерть смертных. Знаете, прям вот по нику... Я думаю, что парнишка будет забанен дня через два. Так, со льдом у меня все хорошо. Значит, мои реакторы работают, и я сейчас пойду проверю, что с ними. Или стоп, или лучше... А, все равно мне куда-то туда идти, для того, чтобы запитать монетайзер. Знаете, кстати, я его попробую. Говорят, что если с шифтом упасть... то будешь падать медленно. Вот действительно медленно. О! Застреваешь здесь. Опа, shift. Нет, я упал вот сюда вот. Так. О, как я... Провод тут тянуть не очень далеко. Основная проблема в другом. Основная проблема заключается в том, что... Какие они теперь все зелененькие. Может, надо было зеленые лампы использовать. А, ладно, фиг с ним. Основная проблема в трансформаторах, которых у меня, конечно же, с собой есть. О, и у меня осталась последняя. А пусть в машинах живет. Так, и у меня, конечно же, у меня кабель в зеленой сумке должен... сколько у меня кабеля? Должен быть. Может быть, это я, та самая сволочь, которая срезала кабель с моего бывшего дома. Есть одна проблема, которую я сейчас очень легко решу. Главное не соединить вот здесь вот. Конечно же, по кабелю можно ходить с шифтом. Не падать с него, это не так удобно, как ходить по нормальным блокам. Но
это можно. И нельзя... хотя можно вот так вот делать, то есть зажать две кнопки и просто иногда кликать мышкой. Наверное, это из-за того, что я рядом со стеночкой, и я не могу тут свалиться, и все хорошо. Так, во-первых, нет, копать прямо под себя – это очень глупая затея. Чпок. Так, операция по запитыванию магнетайзера, кажись, удалась. Приготовились к взрыву, и взрыва не последовало. Теперь, я думаю, что это точно магнитные ботинки. Ой, кстати, надо будет зарядиться. Жух! О, клево. Это меня качает так. То есть, он ускоряет, но не до самого конца. Но, как мне и пообещали, хрень намагниченная. Ух! А, наверное, нужны специальные пересадочные... Ой. Да, я думаю, что... Стоп, а он что, сверху не намагничивает? Фи, какашка. Ой. Я начал ругаться в этом сериальчике. Срочно уберите беременных детей и женщин. Так, хорошо, хорошо. Что я могу сделать? Там у меня пересадочная станция, значит. Это значит, что я могу взять второй магнетайзер. Я их скину в машины. Я могу взять второй магнетайзер и поставить его рядышком. То есть он намагничивает только одну фенсу, оградку. Что там в чате это было? Death of Mortals дохнет потихонечку. Dark Axe пришел. Dark Axe, он на самом деле крут. Что я написал? Надо сходить к нему как-нибудь, будет посмотреть. Но одна большая проблема. Он живет далеко. И, к сожалению, мне очень неприятно это говорить. Он не хочет подключаться к Nether Travel System, к системе путешествий при помощи туннелей в Незере. Но она упала в лаву. Нет, она упала в воду и утекла. И утекла куда-то вниз. Но и фиг бы с ней. Так, второй магнетайзер. Здесь, я надеюсь, кстати, вот если бы они были настоящими магнитиками, из них можно было бы делать адские системы по расталкиванию двух магнитиков. Ну. Так, ребята, почему оно? А без джетпака? Ну, это я на квантовых штанах прыгнул. Чё за фигня? Или тебе сигнал нужен? Ой, молодец. Это я... вот так вот шлепаться я умею. Так, а можно ли поставить левер на устройство и не свалиться? Нет, нельзя. О. А, это я в джетпаке. Хорошо. Или у меня ботинки размагнитились? Не должны. Здесь-то я ли... Или же мне его нужно обязательно наверх? Все печально. Наверху мне придется вести провод. Он продолжает быть магнетайзером. Что не может не радовать. И куда я дел все фенсы? Кину обратно в машины, конечно же. Так, хорошо, хорошо. Будем знать. Фенсы. Может, они проволочки?
Их надо в проволочке. Как тут? В принципе, тут крыша близко. Можно с крыши запитаться. И вот то, что я промахиваюсь по вот этой штуке, счастья мне не добавляет. Вот сейчас куда я смотрел? Вот сюда я смотрю, да? О, получилось. Я не знаю, чуть-чуть за мелкие такие подглюки. А правда же он кушает электричество только тогда, когда... В общем, бэтбокса тут хватит. Гаечный ключ. Великий и могучий гаечный ключ. Так, все, он смотрит туда. Мне нужны батарейки. Или... Да, мне нужны батарейки. Иначе не получится. Батареек у меня нет. Сразу говорю. Но зато у меня есть куча. Есть 16 не буду делать, потому что они стекаются по 16. То есть больше 16 делать не буду. Они стекаются по 16. Если сделать то, что называется стек 64, это будет на самом деле 4 стека. Это... Конечно, хорошо, я тут же генераторов наделаю. Но я и так наделаю этих генераторов. Какие проблемы? Потому что генераторы в хозяйстве всегда пригодятся. И стеклянный кабель тоже в хозяйстве пригодится, а у меня его нету. Так, ладно. У меня есть ОФЕ. И я буду батареечки заряжать. Мне нужно 4 штуки, поэтому... Они быстро заряжаются. Это прекрасно. То есть можно это сделать и на камеру. Я, конечно, извиняюсь за то, что расходую драгоценнейшее ваше время, которое должно было быть потрачено на создание моей офигенной лесофермы. Но, знаете, там еще столько времени будет, что... Я боюсь, что на протяжении 10 серий я ее буду строить. Я чуть-чуть продумал дизайн. Дизайн там получается очень смешной. Кстати, да. Мы забыли ту самую нашу интригу на 21 серию. Отвечу вам на ваш вопрос. Я тут же, конечно же... Опа, они не стекаются теперь. Тут же отвечу на ваш вопрос. Если вы сами не проверили. Да, они горят в Steam Engine, но они горят очень-очень быстро. Я думаю, что Steam Engine за то время, пока в ней горит один саплинг, сможет вытащить, ну не знаю, полстека, наверное, саплингов. А это абсолютно не то, что я хочу. Я хочу, чтобы она выдирала побольше. Поэтому там будет стоять действительно электромотор, и я не буду париться. Почему не стекаются вот это и вот эта батарейка? Потому что вот эти заряжались. У них в MBT-компаунде этого стека есть параметр charge. У этих нет, эти пустые. Если я хочу, чтобы они все зачаржились, застекались, мне нужно вот эти зарядить, потом разрядить. Но этого я, конечно, делать не буду. И, конечно же, вот эти вот батарейки, которые... имеют в NBT запись charge, они не сортируются нормально inventory twix. Собственно, это большая неприятная проблема, за которую я не люблю облаку и считаю, что он долбоёб, извиняюсь за выражение. Что еще сказать? У него довольно много подобных глюков в Industrial Craft. Они как бы маленькие, редко заметные, но очень мешают жить. Так, ну и залезть вот сюда. Встать здесь. Сказать, что я Халки, но при этом одеть хорошую броню. И попробовать сюда запрыгнуть. Вау! Я не знаю, как он будет здесь запрыгивать. Но уже возможно.
А ему скажу, что я не тестил, это твои проблемы. Виу. Да. Можно, конечно, коблов тут поставить. Где-то. Где-то здесь. Вообще закидывает эту штуку прекрасно. А я могу шифтом? А я могу по ней как по лестнице? Нет. Я могу только на вперед-назад. И... Понятно, не клево. То есть, если она коротенькая, штучек 15 блоков, то, наверное, еще очень даже. А 20 уже, да, 20. На 20 она закидывает, но уже не хватает. Эй, джетпак-то меня должен закидывать куда надо. Поэтому где-то здесь нужно проявить, во-первых, мастерство летания на джетпаке. А во-вторых, да ладно, одного блока хватит. Так, и вот типа Халки запрыгнул на этот блок. Это, кстати, элементарно сделать. Это сделаю даже я. Нет, не с первого раза, но со второго. Прыжок пошел. И у меня не получилось. Ладно, будет плакать. Скажу ему, ты, я тебе разрешил тут строить. Будешь строить. Так, вопрос. О. Ответ. Хороший ответ, кстати. Подпрыгиваешь чуть-чуть, и он тебя не магнитит. Почему? Вот так притягивает и не отпускает, а потом отпускает. Это все, наверное, потому что эти... Ой-ой-ой-ой-ой, два магнетайзера вот здесь поругались. Абсолютно, вот-вот. И я не могу выделить вот этот блок, потому что у него хитбокс, как у нормального целикового блока, а оно только выглядит как... Так, стоп. Что-то вообще какая-то фигня. Должно же закидывать уже все. Я тебя запитал. Вот здесь ты меня всасываешь. Или тебе сколько электричества вообще надо? Или я тяжелый? Ладно, я буду меньше кушать. Ой-ой-ой-ой. Ладно, скажем Халке, что если не нравится, пусть строит сам. Так, здесь проверили, в реакторчике не посмотрели. Так, теперь у меня моя леталка летает плохо. Посмотреть в реакторчике. Почему я их так нежно называю? Реакторчики. Он, кстати, мясо выкинул, потому что оно тоже имеет какой-то тег невнятный. И инвентарь твиксу на этом куске мяса плохеет. Он ее выкидывает. Та же самая фигня, как с... О, замечательно. Как у нас успехи. Ну, кстати, успехи показывать без мазняк. Ну, вот такие успехи, потому что я сегодня утром, по-моему, или не утром, скидывал... Так, все, теперь у меня проблемы с передвижением по моему дому. Хорошо, хорошо, я ему отомстил. Я ему уже один раз отомстил. Растет, растет. Так, что мы сейчас будем делать? Я на самом деле что-то как-то задолбался с этим магнетайзером. Я сейчас пойду поавкаю, а потом давайте внимательно посмотрим, внимательно, пристально, с прищуром, с хитрым ленинским прищуром, посмотрим на мою новую офигенную деревянную ферму. Не понял, ну ладно, фиг с ним. Так, вот здесь вот у меня из двух пшениц 24-х, стопудняк 24-х, выросли какие-нибудь 23 арбуза, которые я с удовольствием прямо сейчас соберу.
25 кусочков и 2 больших арбуза с куста. Клево. Вот это тоже можно собрать. Я их собираю сейчас, но не пересаживаю. По очень простой причине. Вот эти два. И вот этот куст. А я вон туда и не долезу. А, я вот здесь долезу, потому что здесь еще прыгать можно. О. Вот эти вот должны все-таки скреститься, перед тем, как я их буду что-то с ними делать плохое. Так, ну и здесь я тоже все соберу, потому что я хочу скрещивать в одно и то же время. А вот эта вот резина, она, во-первых, ее до черта, а во-вторых, она растет мгновенно. То есть она вырастает секунд за 30, не больше. Вот 30 секунд, все, выросла. Да, ну и, конечно же, я не знаю, что это. Ладно, давайте включу свет. Давай ты будешь расти. Давай я специально посмотрю в кроп-матрон. В кроп-матроне ничего не кончилось. Я даже вот специально, может быть, он до тебя не достает там, конечно. Тебе от этого плохо, он... А он, кстати, не достает. То есть один раз я в нее водой полил. Ладно. И поудобряем мы тебя. Неужели кроп-матрон действительно через стену не работает? Один раз поудобряли даже. Я не знаю. Так, вот кроп-матрон удобрять, это, конечно, было интересно. Так, скинуть мусор и пойти авкать. Тем более случилась вот такая фигня. И самое печальное, что то, что было, это мои личные проблемы с интернетом. Почему-то я теряю связь с Голландией. Печаль. Так, ну ладно. Здесь он меня поднимает, но невысоко. И швыряет недалеко. Хотя держит. Держит, но роняет. Ладно, фиг с ним. Что я хочу сделать первым делом? Я хочу не здесь взять один из моих моторчиков. Мне все равно два не надо. А, ну да. Я хочу взять вот эти дурацкие батарейки, которые взяли и постекались. Забавно. Так, ладно. Ой, мой инвентарь стал более совместимым с жизнью. Не здесь, здесь, не здесь. О, сюда. А, да, кстати, насчет сундуков. А вот это вот мой рейлкрафтовский сундук. ОМФГ. Я решил, что из криозота можно делать исключительно wooden tie, а именно шпалы. И блок для хранения wooden tie. А, ну, собственно, из шпал можно делать только всякую фигню, но единственная используемая фигня — это wooden railbed. И хранить их в виде wooden railbed. Так. Вот этот кусок мяса мешает сортировке. Теперь батарейки мешают сортировке. 16 батареек — это дважды... 16 батареек — это 16 печей. 16 печей — это 16... В общем, 2 раза по 64. Не спрашивайте меня, как я это считаю. Я вам не отвечу. С железом. С железом у меня плохо. С железом у меня стало хорошо. Так. Мне нужна, на самом деле, один генератор. Твою же. Вот у меня сейчас случится очень смешная проблема. Потому что... А, это... Iron. Iron во всех модах одинаковый Iron. То есть мне не нужно будет его перемассилировать для того, чтобы из Red Power'овского Iron он стал настоящим человеческим железным Iron. О боже, железный Iron. Что я несу? Вы можете мне объяснить, что я несу? Да, говорливость у меня сегодня, на удивление, повышена. У меня бы сегодня еще и креативность, и производительность
вот этого майнкрафтового труда бы была, цены бы мне не было. Так, хорошо, смотрим. Кусок тина, генератор и маленький моторчик. Кусок тина у меня как раз есть. Генератор и маленький моторчик. Итого у меня есть маленький электрический моторчик. Для управления... для радиоуправляемых поездов и самолетов. Ничего интересного. А, ну да, так как я был в офлайне, чтобы посмотреть, что случилось с чатом. Я идиот. Мне не нужен здесь моторчик вообще. Мне тут вообще билдкрафтовские трубы не нужны. Вообще, вот к чертям собачьим. Все, к чертям собачьим. Давайте думать, как это можно сделать легко и непринужденно. У меня здесь идет... Вот по этой трубе выходят саплинги. Эти саплинги попадают вот в этот сундук. Этот сундук для них ближайший инвентарь. Он всегда полон саплингов. И он находится... Опа, не здесь. Сундук для саплингов. И он находится вот здесь. Это только для саплингов. Вот здесь вот где-то. Так, все плохо. Мне нужен еще пара фильтров. Вот этот фильтр. Только для саплингов. В него попадают саплинги и сразу же попадают в свободный сундук. И он всегда ими полон. А все, весь остальной мусор, который не может попасть в сундук для саплингов, идет... Ладно, я тут понаставлю каверов. И у меня кончается... Ладно, труп у меня для концепта хватит. Даже не здесь. Весь остальной мусор, а именно дерево и избыток саплингов, если в этом сундуке места под саплинги нету. Это, кстати, очень хорошо. Если его тут нет, идет он куда-то вот туда. Тут идет весь остальной мусор. И здесь труба должна быть сильно длиннее, чем расстояние от этой точки вот до этого сундука. Вопрос. Если я его подыму, у меня ничего не испортится. Собственно, это еще и ответ был. Окей. Это что так? Опа. Я точно знаю, что эта труба будет идти вот здесь сверху. Значит, она может быть где-то здесь еще. Совершенно так случайно. На это я тоже могу пойти, наверное. Хорошо. Как работает моя система наполнения билдера? Здесь фильтр, по которому происходит ровно 3×9, 27 тиков. Ага. 27 тиков. Здесь restriction tube. Для того, чтобы саплинги и не думали идти в билдер. Или вот в этот сундук. Таким образом. Не, ну вообще да, все нормально. А, есть проблема. Проблема неприятная. Фильтр не умеет работать буквой Г. То есть фильтру нужно обязательно, чтобы... Если я хочу, чтобы он вытаскивал здесь. Мне нужно, чтобы вот эта труба шла вот так. О боже, а это что такое? Ладно, ковером здесь закрою. Даже, наверное, прямо сейчас, если у меня с собой есть коверы. Во-вторых, у меня с собой нет. Ну, фиг с ним. Неважно. Это размышление на тему. Так, хорошо. Значит, саплинги, все саплинги попадают в этот сундук, он всегда полон.
саплингами, которые идут с фермы. Все, что мне здесь не нужно, а именно все, что... Все саплинги, которые не поместились в этот сундук, выплевываются фильтром. Ну, они даже не выплевываются фильтром, они просто сквозь него проходят. Этот фильтр не запитан редстоунным сигналом. И все саплинги, которые не поместились в фильтр, идут... Сюда... Интересный вопрос. Нет, они сюда не должны идти, потому что этот сундук для них должен быть... Этот сундук для них должен быть... Этот сундук для них должен быть дальше, чем следующий инвентарь. Значит, не так... Значит, он меня отвлек. Чё он вообще здесь бегает? Он живет на севере, в тундре. Вон там, он далеко-далеко, за деревней. Я ему рассказал про мою пирамиду, и он решил прийти посмотреть. Ну, пусть посмотрит, вдруг что расскажет. Не. Решил... не говорить. Так, окей, вернемся к нашему сундуку. О, как-то здесь все плотненько получается. Может быть, филлеры уберу. А действительно, дай-ка я уберу филлеры временно. Они мне здесь пока мешаются. Может быть, они будут здесь. Вот так. Тогда у меня тут будет прям на углу такая здоровая комната. Если у меня будет комната на углу, то мне придется вот здесь вот все выкварить. Хорошее слово выкварить и засыпать коблом. Или не придется. Но я, наверное, это сделаю. Хорошо. Кстати, насчет выкварить, я, наверное, в какой-нибудь следующей серии поставлю карьерчики, штучки 4 в океане, потому что мне нужно еще so they can... Плохо быть глупым и не уметь читать документацию. Это дело засыпать. Раз, два. Никто ничего не видел. И я забыл, о чем я говорил. Ну что же за вашу Машу такое? Так вот, этот самый ближайший сундук, по этому фильтру мы даем 27 сигналов. Перед тем, как заменить, или после того, как заменить рецепт в билдере. После того, как мы дали 27 сигналов, все вытащилось из этого сундука, все, что в этот сундук не попало. А я боюсь, саплинги будут пытаться прийти сюда, обнаруживать, что плохая система. Я боюсь, что здесь место для следующего. А вот вопрос. Если у меня есть... сундук, релешечка и фильтр. Сундук. Ладно, будем использовать... А, у меня были нормальные трубы. Здесь релешечка. И здесь у меня будет транспозер. У меня
есть немножко транспозеров. Направленный, ну, собственно, как будто бы фильтр, но транспозер. Я сюда кидаю стек. Стек. Транспозер не пошел. Потому что он хочет фильтр. Потому что только фильтр может фильтровать вещи. Он вообще никуда не пошел. Но в транспозер он точно не пойдет. Потому что транспозеру нельзя указать, чего он хочет. Если я говорю, что принимать кабалстон и запихну сюда стек кабалстона, он туда опять не пойдет. Почему? Потому что я долбоеб. Сори, ребята. Если вы малолетние слушатели и смотрите этот сериал в присутствии родителей, пообещайте им больше не... Во-первых, скажите, что вы не расслышали, что я сказал. Во-вторых, скажите, что никогда таких слов использовать не будете. Ну и, собственно, не используйте их. Я поставил фильтр не тем концом. Хорошо, давайте играть. То есть мы только что посмотрели, что транспозер прекрасно запирает, если его поставить не тем концом. Ставим его тем концом. Ну да, конечно, с широкой стороны принимает, из узкой выплевывает. Стек кобла. Пошел, прошел через транспозер. Ой, ну да, это транспозер. У него не тыкается. Прошел через транспозер, попал в сундук. Причем попал в сундук он ровно стеком. То есть пофигу что. Транспозер это такой one-way ticket to the moon. То есть он же диод. Он же пускающий вещи только в одну сторону. Чем я и хочу воспользоваться. А скелет хочет воспользоваться моей... я не знаю... отвлеченностью на эти темы. Итак. Вот теперь система похожа на более-менее работающую. В чем основная фишечка системы? Саплинги всегда... Давайте я уже разверну вот этот вот фильтр. Ага, добегался в ночи. Здесь у меня лежат саплинги. То есть он принимает только саплинги. И они сюда идут, потому что вот этот сундук... Я уже не смогу никогда посмотреть, что в нем. Но меня это на самом деле и не интересует. Я знаю, что он всегда будет полон. О, а это фильтр, который из него выдирает их по одному стеку за тик. Так вот, они идут в этот сундук. Когда работает фильтр, тут все собирается. Саплинги идут в этот сундук. Если они уже не помещаются в этот сундук, они начинают идти. Ну, давайте тут нарисуем типа storage. То есть стандартное место, куда пока все идет. На самом деле здесь будет сортировочная система, и я сейчас пойду убивать эндермена. Вот он. Это то есть ты мне сейчас навалял и свалил? Вот гад, а. Ну ладно. Поверю, что ты умнее. Можешь же хоть кто-нибудь быть умнее меня, правда? И это клево, если это эндермен, а не зомби. Хотя говорят, что у зомби из Томкрафта есть мозги. Свои собственные. Так вот. А я могу, кстати, здесь уже вот так сделать. Могу? Нет, не могу, потому что сюда будет попадать дерево. И здесь я не могу. То есть здесь придется ставить... А, я здесь могу поставить же кавер. Вот, вот здесь вот кавер. И все саплинги, которые были высунуты... Высунуты. Которые были вытащены вот этим вот фильтром из вот этого сундука, который всегда полон, идут через билдер, в котором темплейт занят.
под темплейт занимает вот это место. И они могут занимать только вот это место. 27 раз он тикает, значит, саплинги вот так проходят. Они проходят через транспозер. То есть они не могут вернуться назад. Тут у нас нет соединений никакого. Это все глюки. Дай-ка я действительно за каверами сбегаю. А то ведь я вам рассказываю, а потом забуду, и придется пересматривать эту видюшку. А чукче не читатель, чукче писатель. Так, каверы. У меня было... Во! Я буду использовать вот эти каверы по одной простой причине. У меня их много, и они каменные. Ну, то есть это каменные кирпичи, конечно, но это каменные каверы. Они хорошо разбиваются киркой и дрелью. Я раньше думал, что я буду использовать каверы из белой шерсти, типа красивые. Но красивость красивостью, но шерсть-то она ничем не разбивается. О, теперь система похожа на правду. Так и хочется ему сказать: ты кто такой, давай до свидания. Но я этого ему не скажу. Потому что я не разговариваю с трупами. Так. Клёво. А я поставлю эти каверы. Потому что у меня здесь фильтры стоят. Я же могу поставить пару фильтров. Ой, как тут темно и страшно стало. Так, товарищ Крипер. Ты хороший, но я знаю, что если ты ко мне подойдешь сзади, тихо-тихо, на цыпочках, у тебя целых 4 цыпочки, то я могу и сдохнуть. У меня, кстати, вот... А, я рассказывал, я когда здесь чистил, тут ко мне подошло 4 крипера, а я был в джетпаке. И меня адско лагало, потому что тут везде валялся камень. Ну, в общем, они меня убили. Теперь я на них обиженный хожу. Я очень люблю дохнуть. Так, ладно. Здесь тоже стоит каувер. Потому что если он здесь стоять не будет, мусор будет набиваться вот в этот фильтр. А в этом фильтре должны быть исключительно саплинги и больше ничего. Они, кстати, сейчас туда и попадут. Саплинги в этом фильтре. Окей. Это хорошо. Это очень хорошо. Так. Вопрос номер два. Мы помним, что билдер может использовать... Так, я так не сделаю, да? То есть нужно ставить какой-нибудь блок здесь. Что билдер может утилизировать 25 МЖТ, а это большая электрическая инжина. А фильтр, филлер может утилизировать 100 МЖТ. Это индастриал. Электрическая инжина. О боже, что я несу? Электрический моторчик маленький, хороший. Ну, правда, делает 100 МЖТ. Хорошо. Дальше. Этих ребят я точно буду чем-то охлаждать. И я буду ими управлять. Вот здесь вот у меня стоит... Черт, я снизу не подлезу. Но знаете, мне уже очень нравится то, что эта штука такая компактная. И я могу пойти на то, что у меня здесь будет... В конце концов, я ее коверами закрою, эту трубу. У меня есть подозрение... А, у меня нет подозрения, что у меня кончился брас... Брас — это, кстати, латунь, по-моему. Латуни у меня должно быть много. Стекла у меня еще больше. Не сделать ли мне 8 стеков труб? Сделать. Потому что абсолютно не радует меня тот факт остаться без труб, вот как сейчас. В тот момент, когда они мне нужны. Вау. Стек 8 штучек.
примерно столько, собственно, сколько я и думаю там потратить на подключение всей вот этой вот рабочей части. Ферма делится на, собственно, рабочую часть и часть, которая занимается обработкой, то есть процессинговый центр. ОМГ. Может, покрасить эти трубы? Не буду я ничего красить. Коверами. А, черт возьми, нету каверов зеленого цвета. А можно зеленый вул использовать. Здесь я зеленым вулом их закрою, а тут все будет в из монтажной пены зеленого цвета. Монтажная пена зеленого цвета мне очень нравится. Вот как здесь. Хрен от травы отличишь. Так, вот из такой штуки я построю домик, а сверху у меня на нем будет ряд бэтбоксов из RedPower и RedPower-овские же батарейки солнечные. Так, и здесь оно. Тут у нас диод стоит. Он, правда, не той стороной стоит. Он должен вот отсюда все выдирать. Ну, то есть не выдирать, а пускать отсюда, сюда, но не обратно. И сюда даже никто не подумает идти. То есть, все, можно каверы больше не использовать. Это будет труба, которая занимается выставлением правильного рецепта филлера. Давайте мы ею займемся сейчас. Или время уже на самом деле до черта. Давайте по-быстрому сделаем систему охлаждения. Ой-вей. Систему охлаждения он сделать решил. Да, я хоть систему управления моторчиками сделаю. Все, вот система управления моторчиками. А ее можно, кстати, вот эту. Ага, можно. Ведь можно же. Че я как? Оно же не будет мигать. Дело в том, что редстонная труба на каждое изменение своего состояния, а именно когда она в ней был сигнал, и он исчез, или не было сигнала, и он появился, передает с сервера на клиент сообщение о том, что что-то произошло. Сигнал поменялся. Вау, клево. А так как мы моторы включаем и выключаем раз за сбор, причем мы не мигаем, а радостно включаем и держим включенный сигнал, чем не сделать ее красной? Во. И ею включать моторы. Так. В общем, фишка следующая. До филлеров уже не долезть. Ну ладно, я их переставлю. Как-нибудь подлезу и переставлю. Когда буду выставлять область, на которой они работают. У филлеров как-то вот так вот есть рецепт какой-то. Да, вот у филлеров есть какой-то рецепт. Рецепт, я сказал. Им нужно засунуть какого-нибудь мусора. Да, желательно, который не стекается, для того, чтобы... Так, давайте я пока здесь поставлю. Ладно, я уже начал систему управления филлерами. ОМГВТФ. Значит, лужа у меня будет где-то здесь. А таймеры для управления фермой где-то здесь. Где-то мне еще нужно датчик дня и ночи, для того, чтобы ферма работала, например, 3 дня. Ну, то есть 3 дня растет, потом начинает собирать утром. Вот это будет очень клево. Так. И это что у меня такое? Это у меня фильтр, а нужен ретривер? Это здесь я могу обойтись транспозером. Там нужен ретривер, чтобы выдрать лишнюю хрень из рецепта. Но, в общем, как работает эта штука? Она работает очень просто. Где у меня всякий мусор? О!
ровно 4 кованцевса, которые мне и нужны. Кстати, да, это даже дешевле, чем ведро с водой. Ага. И не стыкается. Мы, значит, находимся где-то здесь. Система решает, что пора бы заменить рецепт. Делает раз, два, три, четыре. Кованцевсы пошли, филлеры сверху. Загружаются они сверху, филлеры. Сбоку. Вы поняли мою идею. А потом они отсюда выдираются ретривером. Но! Но даже эта ситуация решается. Давайте я расскажу вам о том, как она решается в следующей серии. Потому что сейчас уже и так час сырого времени. А так как я запись не монтирую, это, собственно, час времени, который вам придется посмотреть. Я, конечно, понимаю, что вы проматываете и все такое. Самые скучные места. Но я надеюсь, что, во-первых, скучных мест нету. А во-вторых, ну да, у меня есть это чувство гордости и завышенное самомнение. Вот, так что ваше время надо как-то беречь. Кстати, если вы знаете, какие моменты действительно имеет смысл вырезать, сообщите. Я их не буду записывать. Итак, за сегодня мы сделали систему выдирания... А, система наполнения билдеры саплингами. Это уже очень хороший прогресс. То есть саплинги в билдере будут. Ну, если я 27 раз стикну по нему. Может, не надо 27 раз, там за одну. Я как раз замеряю, сколько билдер тратит саплингов на один посев. И столько, именно столько запихивать и буду. Из сундука, который всегда полон саплингами, и где только саплинги. Все сарплас, как по-русски сарплас будет, весь избыток саплингов идет в нашу систему, он туда куда-то в сундуки, и уже никогда не может вернуться, потому что здесь стоит транспозер. Во. Здесь у меня есть супер гениальная идея. А, кстати, вы заметили, да, что я здесь обошелся без моторчика. И работать, кстати, будет быстрее. Здесь супер гениальная идея, как заполнить, вот как избежать попадания последней ячейки сюда. Все хорошо, идея отменяется. Идея была очень простая. Покрасить вот эту в белую, эту в черный и посылать три белых ячейки, три черных, ну, с тегами редпауэрскими, крашеные айтемсы в трубе. Но идея намного проще. Конечно же, заполнить вот все вот это место всякой фигней, производить которую я мастер. Кстати, насчет всякой фигни, прямо вот сейчас пойду и начну производить всякую фигню, чтобы она у меня была к следующей серии. Потому что всякая фигня производится очень медленно. Тут мало всякой фигни. О. Вот это то количество всякой фигни, которое сможет заполнить инвентарь. Сможет заполнить коробку. Две коробки в двух филлерах. Вот, Кулан Целса. Они не стекаются. И дешевые. Ладно, на этой прекрасной ноте с вами был Ваня из своей секретно-подземной подпирамидной базы, где растет всякая трава. Это была 21 серия. Судя по всему, до завтра. Счастья, радости. Пока.